Друзья, всем привет! Собираясь на сегодняшнюю рыбалку, я долго думал, куда поехать. В планах было половить белого хищника, головля, жереха. Ну, если честно, уже поднадоело. Наверное, с неделю я путешествовал по малым рекам в поисках белого. Ну и все как-то грустно, печально. Единичные поимки и рыбки небольшие, там 200-300 грамм. Но это, скорее всего, из-за того, что май в этом году какой-то холодный и... Головль, жерех не очень такой вот активный. То есть даже рыба особо не выходит на перекаты. Поэтому я решил оставить эту всю авантюру до лучшего времени, до теплых деньков. А сегодня выбрался половить судака. Так что, друзья, смотрите, обо всем расскажу, покажу. Погнали! Ну, друзья, первый забросик. О, уже контактик. Вот он, есть. Первый. Хороший. Недалеко от лодочки. Ух ты какой. А, садился, дружок. Ну ничего. Сейчас совсем недалеко от лодки клюнул. Сейчас еще немножко постою. Если что, смещусь. Ну, на первом забросе-то, да? Друзья, совсем забыл сказать, что я нахожусь на коммерческом водоеме. Это база отдыха «Лагуна». Это для того, чтобы вы не задавали лишних вопросов на тему «Макс, как? Май месяц, а ты ловишь с лодки». Так что, друзья, здесь все по-честному. Есть! Вот это классно втащил! Угу. Вот этот хороший. Как же ты, да, ух ты. Хороший судак. Ух ты, друзья. Смотрите, какой. А? Опа. А вот наша черненькая приманочка Rhythm Wave 3.8. Ничего ты, друган. Давай мы тебя сфоткаем и отпустим. О, нападение прям бахнет. О! Мне кажется, поменьше предыдущего первого, но побольше маленького. Да. Иди сюда. Ну классно, клюнул. Ой! Твою ж мать! И поролонку, гляньте, разорвал. Дима Лыкашев, спасибо тебе за поролон. Ловит. Хотя, в принципе, я не сомневался. Ну, вроде играет. Не, значит, на этом месте задержусь еще. О, прижал. Вот, собственно, для чего мы и поставили приманочку с открытыми двойниками. Двойником, точнее. Если с утра судак бил так неплохо, с такими мощными поклевочками, то сейчас он осторожничает, прижимает приманку. Ну, погнали! Thank you.
якорек у нас такой фирмовый. Сейчас покажу. Вот он. Вроде упал. Не лежит у меня к оранжевому цвету. Все-таки мне кажется, это не судакового цвета, а больше щучий. Ну, возможно, я ошибаюсь. Так, что бы нам поставить-то? Слушайте, давайте я поставлю вот такой вот, опять же, черный цвет. Немножко уменьшу в размере. Вот вобринг такой черненький. Сейчас только груз поменьше. Слушайте, а давайте я его заряжу на G-Creek, а? По мне так идеальная приманочка. Оп. Видно? Ну, надеюсь, видно. Другим углом. Есть. Вот. Вот и на G-Creek поймали. Прям стоило провести так по касательной бровке. Темненький кочегарчик. Иди сюда. Все, успокойся, спокойно. Ну, разве не красавец? Все, друг, отдай приманочку. И плыви. Ну, как говорится, зови бабушку. Кстати, тоже поклевка такая не особо была мощная. Я больше сказал, что он его так аккуратненько всосал. Есть. Ну, уже совсем малышку, семечка взял. Сел на подбросики. Он даже так немножко, я бы сказал, прижал, видите, с внешней стороны. Ешь, как нечетко. Так это повеселее было. Рыбка такая под лужечку поклевывала. А сейчас какие-то чопики. Даже без поклевочки садятся. Друзья, ну давайте подведем итог утреннего выхода. Я могу сказать то, что он был. Рыба поклевывала, наверное, в течение получаса довольно-таки неплохо. В активе был судачок один где-то ближе к 2 килограмм. Потом так все пошло плавно на уменьшение. Там килограмм, 500 грамм, были вообще там 300 грамм. Ну вот сейчас уже как полчаса, наверное, поклевок нету. Сейчас, наверное, буду смещаться. Пойду в заливчик, там небольшая есть локальная коряжка. Посмотрю, что там. Ой, ну а если говорить о приманках, то сначала
Явным лидером был черный виброхвост, шакаловский ритм вейв в размере 3,8. Потом плавно я перешел на поролон фиолетового цвета. У него тоже была поимка. Потом даже начал экспериментировать и попробовал G-Creek, на него тоже поймал. И все. Как я уже говорил, полчаса нет поклевок, значит идем дальше. Хорошо, идем. Того гляди, через 10 минут на глисс выйдем. Главное, чтобы физухи хватило. Фу, упрел. Без мотора, конечно, хреново. Вот можно видеть за моей спиной вот как раз именно этот заливчик. И вот сейчас надо найти эту локальную коряжку. Так, ну где-то она здесь, по моей памяти. Может быть, чуть левее. Вот была подтяжка. Но корягу я не задел. Вот, посмотрите. У меня сейчас приманка на офсете. Ну, это, собственно, логично. Потому что, как я сказал, здесь лежит какое-то бревно. Вот сейчас, наверное, по ней проведу. Вот. Ага. Опять стащил. Сейчас попробую приманку поменьше поставить, более компактную. Ну вот. Это как бы 5 дюймов, мне кажется, до хрена. Друзья, ну что я могу сказать? Коряжка не дала. Две нереализованных поклевки. Ну, по характеру рыба небольшая была. И тишина. Может, назад вернуться, откуда начинали? Как думаете? Но нет. Мы, наверное, пойдем дальше, на дальние рубежи, в другой залив. Там также присутствуют коряги, но они очень такие разрозненные, локальные, то есть их надо именно поискать. Ну, как я уже говорил, к сожалению, мы без эхолота, ну, будем по стариночке. Эхнем, еще разок, еще разок. Еще чуть-чуть осталось. Сейчас резко поворот. На глисе, на точку. Первые. Где-то она уже здесь. Точка это. Сейчас будем вспоминать по ориентирам. О, ну нашли. Хорошо. Красота. Ляпота. Упирается. Так, сыграл на контрасте. Ух ты, друзья. Вот это доловил. Где мой там форелевый подсак? Вот это извращение, конечно. В домике, в домике, в домике, yes! Смотрите, какой. Ну что, друзья, вес взят. Конечно, наверное, с треха я немножко загнул. Ну, такой, за два вообще уверенный. Короче, друзья, не знаю, видно или нет. Я тут немножко наколхозил, чтобы камеру поднять. Ну, смотрите, какой судак. Что самое интересное, он меня клевал два раза на темную приманку, на черную, это все тот же ритм вейв. Я не стал больше испытывать судьбу и забрасывать ее, сразу же поменял на более такую яркую, контрастную,
на смене приманки и вот на втором забросе. Смотрите, какой красавец. Доловил, что называется. Ладно, будем его сейчас опускать. Ну иди, друган. Ну что, надеюсь, он там не один. Все-таки судак рыба стайная. Есть просто шанс, вероятность того, что мы этой поимкой напугали остальных. Может, попозже сюда еще вернемся. Но в любом случае стоит постоять, поупираться. Есть! Еще один. Это уже поменьше, но все тоже с корешки. Совсем детеныш. Давай приманку. И погнал. Зови, дедуль, с бабулями. Бульк. Друзья, вы помните, как с утра все начиналось? Полный штиль, на небе не облачко, солнце греет, погода класс. Но сейчас, сами можете все видеть, подул сильный ветер, пошел дождь. Так что, я думаю, на этом рыбалку мы сегодняшнюю заканчиваем. Если понравился видос, палец вверх. Ну, а я пошел собираться.